Вики, долго ты еще будешь валяться на диване? Мы хотели с тобой сходить погулять с собакой. Да, Вики, конечно, пойдем. Мой фильм уже закончился. И, кстати, я тут рекламу сейчас видел. К нам в Лоутаун приезжает цирковая кошка, представляешь? А, это из семейства Лимон. Я видела, она так круто катается на скейте, ты себе не представляешь. Кошка катается на скейте? Здорово. Может, сходим на ее представление тогда? Да, давай, Панки. Оно как раз сегодня вечером, самое первое. Тогда бежим скорее. Нужно успеть купить билеты. Конечно, пойдем, мы уже готовы. Пойдем, Лема, вон он наш самолет. 2 часа, и мы на месте будем в Лоутауне. Будешь сегодня выступать и радовать публику. Внимание, внимание, всем пассажирам занять свои места. Самолет через 15 минут взлетает. Ну что там, ты осмотрел самолет, все в порядке? Можно взлетать? Да, техническое состояние самолета удовлетворительное. Баки я заправил, можете лететь. Отлично, спасибо. Уважаемые пассажиры, за бортом плюс 20. Просьба пристегнуть ремни на время взлета. Они что, взлетают уже, что ли? Подождите, подождите, вы нас забыли, подождите! Остановите взлет, опоздавший пассажир! Стой, 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 подожди! Кто там еще? Сейчас разберусь. Здравствуйте! Вы точно на этот рейс? Здравствуйте, да, мне очень надо на этот рейс. Я на этот рейс и билет покупала, я просто опоздала. У меня сегодня вечером в Лоутауне с моей цирковой кошечкой выступление. Хорошо, что успели, еще 5 минут и точно никуда бы не улетели. Проходите в салон, а кошечку я забираю в багажное отделение. Как в багажное? Ее нельзя в багажное отделение. Это моя кошечка. Она будет у меня на руках сидеть. Извините, но не положено. Ой, какой ужас. Лемон, Лемон, не расстраивайся, мы скоро будем вместе. 2 часа, и мы снова с тобой вместе. Мамочка, мамочка, а летать это не страшно? Я так боюсь. Волнуйся, малышка, не страшно. Сядь и пристегни ремень. Ой, как там интересно, моя кошечка перенервничает, выступать не сможет. Надо же животных в багаж сдавать, ну совсем уже. Извините, но это правило нашей авиакомпании. Пристегнуть ремни, взлетаем. Ничего не понимаю, почему? Почему второй двигатель не работает? Аэропорт, аэропорт, борт на Лоутаун. У нас отказ двигателя. Отказ двигателя приняла. Вызываю службу спасения. Уважаемые пассажиры, не волнуемся, сохраняем спокойствие. Экстренная посадка. Всем не отстегивать ремни, сидеть ровно и не нервничайте. Все будет хорошо. Мы снижаемся. Какой ужас, что случилось? Я не знаю. Ой, как страшно. Малышка, закрой глаза, не волнуйся. Все будет хорошо. Опытный пилот. Да, надеюсь, он справится. Я так надеюсь, как там моя кошечка. Службу спасения вызывайте в аэропорт Лоутауна. Я смогу долететь на одном двигателе. Самое главное, это посадка. Хорошо, приняла. В аэропорт Лоутауна вызывай спасательную службу. Ай, какой ужас! Почему он трясет? Внимание, внимание! От самолета отвалился хвост. Порядке. Чтобы я еще раз самолет сел? Да никогда! Скажите, пожалуйста, когда можно забрать свой багаж? Фу. Извините, пожалуйста, но с багажом проблема небольшая произошла. В результате жесткой посадки от самолета отвалился хвост, в котором было багажное отделение, поэтому сейчас специальные службы будут искать его где-то там, где мы начали свое приземление. Что? Вы издеваетесь, что ли? У меня там кошка была! Приношу свои искренние соболезнования. И извинения, с самолетом пошло что-то не так, какие-то технические неполадки. Я надеюсь, что с вашей кошкой все будет хорошо. Какие еще соболезнования? Вы что, с ума сошли? Лемон, Лемон, Лемон! О, я нашла ее переноску, ее скейт и ее очки. А где же сама Лемон? Лемон, Лемон! Анки, ну ты где? Вики, там была очередь в кассу, все. Мы с Ники купили 2 билета на сегодняшнее выступление Лемон. Тебе не кажется, но она тоже хотела бы посмотреть на эту кошечку. Как она будет ездить на скейте, просто не представляю, это же кошка. Но она ж тренированная, цирковая. Ники, может тебя тоже научить на скейте кататься, а? Будем с тобой выступать, ездить по всей стране. Нет, не хочешь? Ладно, успокойся, Панки пошутил.
И ты куда? Ты куда? По-моему, она что-то там увидела. Ой, смотри, какая кошечка красивая. Кись-кись, кись-кись, ты откуда здесь? Ты чья? Потерялась? Панки, смотри, кто-то выбросил такую кошку красивую. Давай возьмем ее себе, а? Вики, ну она же, наверное, чья-то хозяйская. Посмотри, какая ухоженная. Шерсть блестит, расчесанная, завитая. Вряд ли выкинут такую красавицу на улицу. Кошечка, ты чья, а? Откуда ты здесь взялась-то? Слушай, а тебе не кажется, что она очень похожа на эту кошечку Лемон, которая будет выступать? Прям одно лицо. Но такого же не может быть, чтобы ее выпускали просто так одну гулять. Ее нигде нет. Как такое могло случиться? Я не могу поверить своим глазам. Переноска есть, а моя Лемон пропала. Лемон? Это моя кошка! Это моя кошка! Лемон! Лемон! Бедная! Живая! О, точно она! А что у вас случилось? Вы знаете, лучше не рассказывать. У нас у самолета какая-то там неисправность была. Такая жесткая посадка, волосы до сих пор дыбом. А еще хвостовая часть самолета отвалилась, а там сидела моя Лемон в переноске. Я все обыскала и нашла, нашла! Фу, Лемон, я надеюсь, ты не перенервничала, и сегодня состоится наше выступление. Кстати, за то, что нашли мою кошечку, приходите бесплатно. Ваша кошечка нашла наша собака. А насчет выступления мы обязательно придем. У нас уже билеты куплены. Ну а вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Не забывайте про наш канал на Яндекс.Дзен и на Рутьюб. Ждем вас там, друзья. Всем привет, друзья! Вы уже знакомы с новыми питомцами? Давайте посмотрим, как они у нас появились. Наборчик Hairdorables Pets. Откроем защитную упаковку. И внутри меня ждет вот такой вот бокс. Ух ты, замочек, прям как у кукол Лол. Липучка. Ха-ха, здорово. Что за кубик-робик такой? Ого, а это что? Какая-то сцена? Ничего себе. Если честно, не могу понять, что это. То ли комната, но она какая-то странная. Здесь есть огромный аквариум. Какие-то ящики или подушки. Игрушки. И еще стойка с одеялами, с пледами. И, шампуньки для животных. Игрушки. Это, наверное, зоомагазин. Точно, как я сразу не догадалась. А здесь листок коллекционера и вся коллекция питомцев. О, какие они прикольные. Все яркие. Ну что ж, здесь есть две коробочки, два бокса. И нужно как-то догадаться, каким образом они открываются. Наверное, просто сверху, вот тут, где скотч. Так, и кто же там нас ждет? Это что, какая-то кроватка? Похоже, картонная кровать для питомца. Здесь пакетик, всего один. Кто же там? Смотрите, кто-то с волосами. Ой, это кто? Это кошечка или собачка? Хвостик пушистый, кудрявый и очень-очень длинный. И здесь еще два хвоста сзади. Прикольно. Давайте посмотрим, кто нас ждет во второй коробочке. Ого, здесь еще скотч. Здесь тоже такая же кроватка. По-моему. А, нет. Здесь уже просто какая-то коробочка, и она не хочет доставаться. Интересненько. Получается, здесь две кроватки, что ли? Прикольно. Какой-то маленький пакетик. И в нем скейтборд. Ничего себе. У нас какая-то цирковая кошечка или собачка. Hairdorables Pets наклеечка. И здесь еще один пакетик.
В нем у нас очки вот такие прикольные с звездочками. И шляпка. Здорово. А вот и хозяйка данного питомца. Так, давайте примерим. Такая вот шляпка получается. И очки. Здорово. Ну, звезда просто. Встречайте, друзья, это у нас Скейтер Лимон. И, судя по всему, это кошечка. А что с ней приключилось в Лоултауне, вы уже все видели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!